Новогодние праздники позади, но это вовсе не означает, что время подарков прошло. Неравнодушные ивановцы решили помочь дому малютки и объявили о начале сбора необходимых малышам вещей. Кто-то написал в комментариях, что можно им помочь, кто-то уже ездил, то есть позвонил, поговорил с директором, говорю, ну, можно ли вам помочь и вообще нуждаетесь ли в этом? Хватает ли вам того, что предоставляет государство? Она говорит, на ребенка выделяется 2 памперса. Мы создали текст, выложили его в группу, также опубликовали еще несколько групп в городе. Это набрало где-то около 20 тысяч просмотров. Люди начали отзываться, кто-то финансово помогать, кто-то покупал, ездил, забирал. То есть... Сделать доброе дело, присоединиться к волонтерам и помочь посильно может каждый. Нужны подгузники размеров от 3 до 6, влажные салфетки, зубные щетки. Уже в субботу собранные гостиницы отвезут малюткам. А в будущем организаторы планируют сделать акцию регулярной.